В 16-й школе отрепетировали военные сборы. Если вдруг начнутся военные действия, нужно уметь организованно собрать и распределить офицеров и рядовых запасов, а также быстро развернуть пункты предварительного сбора граждан. Стоит переступить порог пункта мобилизации, ты как будто в армии. Тут все по уставу. Сначала химическая проверка, потом тщательный личный досмотр. Будущим солдатам запрещено иметь с собой оружие и алкоголь. Вновь прибывших регистрируют, проверяют личное дело, здоровье, а затем распределяют по различным воинским частям. У каждого члена комиссии свои обязанности – собирать военники, держать связь, контролировать безопасность, формировать колонны. Тут нельзя допустить неразберихи, ведь в условиях военных действий паника – главный враг. Чтобы личный состав, даже военных комиссариатов, знал свои действия в случае объявления мобилизации. Четко, без суеты, заняли место, развернули пункт, развернули участок оповещения. Вот, и граждане начинают приходить на пункты и призываются войска.